трассы Сплита проходить, и вы видите, какое решение приняли. Мы, получается, последние 5 дней штукатурят цемент, песок. Петя, ну теперь у меня на башке что-то типа лишая такого жесткого. Доброе утро. Будни строителя. Рувим с вами. Наконец-то начались будни строителя. 5 дней мы снимали с Андрюхой видосы. Сегодня его отправил. Ну что, сейчас домой вернемся. Видите, так вкусно вас не кормят, что я не могу себе отказать в еде. Особенно мясо. Мясо это вообще как здесь. Как здесь армяне готовят шашлык, это о, можно пальцы себе подкусывать. Реально. Короче, все, что рад был очень видеть. Не, ну мы еще это. Короче, мы еще может быть, увидимся. С семьями, да, снимемся. Да. Так что, все. Ребята, оставайтесь на связи, учитесь работать быстро. Учитесь работать. И инструмент все приложит, все это такое. Все, пока. Ты номера снял на машину, показал хоть, что реально с приманкой к тебе приезжали. Короче, жестко, это не то слово. Хочу сказать, насняли кучу видео. Я не знаю, когда теперь мы это все выложим. Но буду стараться, конечно, по видео в день выкладывать. Но, откровенно говоря, это тяжело. Вот. Еще там у меня есть другие видосы в проекте. Ну и плюс, представляете, я на неделю, ну, грубо на неделю, да, сейчас еще эти праздники, выпал с трех объектов. И, короче, ну, в общем, это просто трагедия, реально трагедия. И я сейчас не знаю, что делать. Даже я не знаю, за что хвататься, короче. Ну, нельзя вот такие бухты-барахты. Я как бы не готовился к этому. Это все получилось спонтанно. Вот. Что хочется заключить из этого всего, того, что я за эти 5 дней узнал. Ну, точнее, я это знал все это, в принципе, как бы мы-то общаемся. Но когда одно дело, ты как где-то это слышишь, там еще что-то. А тут другое дело, когда человек тебе рассказывает, показывает. Показывает фотографии и все, как это все происходит. Но вывод есть один. Ребята, как бы сладко там, где нас нету, и сыр в мышеловке. Короче, для себя я понял одно, что во всяком случае Германия это точно не то место, куда нужно ехать на работу. Потому как ты действительно туда едешь, будучи с каким-то опытом, там ты превращаешься просто в раба. Я даже не знал, что слово гастарбайтер это немецкое слово. То есть для меня оно всегда как-то ассоциировалось с нелегалами. Я не знаю, с чем. Я, честно говоря, даже не разбирался, что это за слово. Оказывается, это немцы придумали это слово. Вот он мне даже расшифровку какую-то сказал. То есть, ну, в общем, короче, то смотрите видео. Много прикольных, кстати, будет таких. Довольно-таки веселых сняли видео. Они, я думаю, отрезвят многих. То есть я не хочу сказать, что я никогда об этом не задумывался. Особенно когда, ну там тебе 17-18 лет, и ты досмотришься этих всяких фильмов про заграницу и думаешь, вот я тоже поеду. Как бы нет хорошей жизни. Но нечего, вот вообще, пацаны, нечего так делать. У нас вообще золотая страна, надо ее поднимать. Ехать куда-то на заработки, это вообще не вариант. Так, подъезжаю, короче, к объекту. Следующее включение, наверное, уже с объекта. Позабирал ее с магазина, она приходила. Автоматики, там всякой еще другой ерунды. Фух, сегодня, наверное, может, соберу щит, если там уже все к этому готово. Сапчик. Итак, будни строителя, вот мы уже на объекте. Забыл включить камеру, потому что соскучился я по сборке щитов, вот, собираю щит. Пацаны, в это время у нас сейчас обед, и я как раз решил заснять, короче, очередной сюжет. А то я уже по работе соскучился за последние 5 дней. Штукатурят цемент, песок, как раз накидывают. В это же время у нас идет, получается, вот мы на каком этапе дособирали щит. Здесь, получается, у нас сантехника. Вот, везде все готово. Зона рабочая, вот такая простая зона рабочая у нас. Видите, сколько всего? Также, что у нас пока сделано? У нас, получается, не закончена вот эта стенка, чуть-чуть, по одной простой причине. Здесь нужно трассы Сплита проходить, и вы видите, какое решение приняли. Мы, получается, газоблоком закладываем, также армируем сеткой.
получается, нашу фасадную стенку. Вот. И в это же время у нас уже подготовка к стяжке в других комнатах идет вовсю. То есть, когда мы пока все стащили, наше, здесь мы будем лить стяжку. Уже готовы откосы. Кроме верхних мы делаем гипсокартоном всегда. Не знаю, никак заморачивался на штукатурку. Штукатурим вот так вот. Вот, полностью готова уже электрика. Все, мы ее проверили. Ну, вот так вот. Короче, уставший я какой-то просто жестко. Хотя, блин, короче, иногда кто жалуется на работу, которая якобы тяжело делать, как это сказать, физически. Но я вам хочу сказать, что мне проще физически работать, чем начинаешь что-то. Когда ты делаешь то, что ты никогда не делал, это всегда тяжело, чем когда ты делаешь одинаковый процесс. То есть, грубо говоря, стяжку льешь и льешь. То есть это физически тяжело, но это, как сказать, так проще гораздо. Включение после обеда. Совсем забыл, зашел, запахло, я вспомнил, у нас же микроволновка теперь появилась. Стасян купил микроволновку. Да, дамы и господа, за свои личные деньги, между прочим. Погонь, которая у меня на голове, раньше это была креативная прическа, потому что у меня брат парикмахер, он решил потрениться на мне перед конкурсом. Вот такой, на конкурсе он занял 2 первых места и 1 третье, но теперь у меня на башке что-то типа лишая такого жесткого. Вот, раньше это выглядело нормально, да, но сейчас это выглядит позорно. А чё, все для удобства пацанов, вот микроволновочка, чтобы теплую еду хавать. Микроволновка, у вас блатной чайник. Да, мы знаем, сколько, короче, температурка у нас, все как надо. И вот такая куча, гора хлама, просто тупо хлам на объект. Вот вам мусор. Мусор, да. Вот. Реально девать некуда, вот куда девать, куда это девать, все. Вот так вот все и валяется. Как-то так.